Привет, мама. Я хотела тебе написать стихотворение, потому что ты меня попросила, а во-вторых, потому что я просто желание запела. Мама дорогая, 100 раз обнимаю, и тебе желаю много радости, любви. Ты нас счастьем удиви, все, чтобы было хорошо. И у тебя, чтобы еще больше светилось лицо. Наша мама замечательная и очень окончательная. Пока.